Территория детства, дружбы, свободы и творчества. 70 мальчишек и девчонок, учеников Центра молодежного инновационного творчества «Шаг в будущее» из города Пенза стали участниками образовательной программы «Город мастеров». В течение нескольких недель мальчишки и девчонки посещали профессиональные компетенции и занимались на сквозных образовательных модулях. Я познакомился с многими интересными людьми и развил свои навыки писательства, потому что я до этого никогда вообще не писал рассказы. То есть только стихи. Центр молодежного инновационного творчества «Шаг в будущее» привез много талантливых ребят в смену. Одни из них – Дмитрий Кирянин и Кирилл Субботин. В Пензе юноши создали настоящего робота. В смене развивают свое мастерство в робототехнике и работе на фрезерных станках, а также в самбо. Мы с ним делали общий проект. Он назывался «Мистическая машина». Это общий наш проект был из лего. Мы его делали где-то недели три. Он демонстрирует три механизма, которые пригодятся не только в робототехнике, но еще и в жизни. Ученики Центра молодежного инновационного творчества «Шаг в будущее» приезжают в смену уже несколько лет подряд. И каждый раз возвращаются в Пензу с самыми лучшими воспоминаниями.